В Новосибирск завезли одноразовые медицинские маски. В муниципальную аптечную сеть на этой неделе поступило 1,5 миллиона штук. Еще 500 тысяч доставят до майских праздников и столько же после. После введения масочного режима в общественных местах спрос на средства защиты вновь растет. Однако, как уверяют специалисты, дефицита не будет. Елена Богатырева с подробностями. Слышала от соседей, что масок в городе нету. Но сейчас зашла очень довольна, что купила. Сегодня в муниципальной аптеке ограничений по продаже масок нет. Было, да, одно время масок нет. Сейчас вот появились продажи. Покупаем, потому что нас много в семье. И ребятишкам надо маски, и себе надо маски, и детям. Ну, детям, правда, сейчас на работе дают маски. На прошлой неделе в муниципальных аптеках продавали 25 тысяч одноразовых масок в день. С понедельника, после введения масочного режима в общественных местах, в два раза больше. Впрочем, и этот возрастающий спрос партия из 2 миллионов штук покроет, уверены специалисты. Раньше этого хватило бы на 10 лет, если рассчитывать по тем продажам, которые были этого средства гигиены, допустим, осенью прошлого года. Сегодня мы видим выбытие примерно 50 тысяч в день, но понятно, что у нас цена снизилась и ввели масочный режим в городе, все это сказывается. 160 рублей за 5 штук в сети муниципальных аптек Новосибирска. Цена на средства индивидуальной защиты самая низкая. Мы нашли поставщика, купили, сделали самую минимальную возможную наценку и, соответственно, по цене 32 рубля выставили. Продают маски и в киосках Роспечати. Здесь они уже по 250 рублей за упаковку из 5 штук. Для Новосибирска культура ношения масок нова, а в некоторых мегаполисах за рубежом жители носят их часто. Предпочтение дают экологическим многоразовым маскам. Одноразовую медицинскую маску необходимо менять каждые 2 часа. После этого, как медицинский отход, она либо сжигается, либо вывозится на полигоны, где не разлагается, а лежит сотни лет. Альтернативой может стать маска тканевая. Ее очень несложно сшить. А самое главное, служить она может долго. Достаточно ее постирать с мылом и пропарить утюгом. Крупные и мелкие производства Новосибирска начали пошив многоразовых масок. Их можно заказать через интернет и выбрать цвет или забавный принт. А средняя стоимость составляет 200 рублей за штуку. Елена Богатырева, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.